Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Joy Fox Play. Не удивляйтесь, что на мне очки. Бывает такое, когда человек плохо видит, он их вынужден носить. Игрушка под названием Age Inc., что переводится примерно как куриная корпорация чего-то там, не знаю. На английском языке, на русском, к сожалению, нет. Давненько я ее скачал, хотелось ее посмотреть, она вроде выглядит довольно-таки красочно. Ну, давайте пробежимся. Мне пишут, короче, тапни батон, сделай курицу. Каким образом тапом я могу сделать курицу, я не знаю. Давайте разбираться. У нас какие-то апгрейды есть, короче, какой батон надо тапнуть? Херово, когда не знаешь английского языка, но я думаю, ребят, мы все это дело поправим, разберемся. У нас уж пошли деньги, я не знаю, что я натыкал, но что-то, короче, куда-то идет. Комфортабельные, короче, кормушки, мы их тоже можем вкачать, но денег у нас пока что не хватает. Но я так понял, что вот здесь вот нужно апгрейживать, это у нас транспортный какой-то цех. А, так это у нас что такое? Это у нас градирня, нет, это у нас силосная яма, которую мы тоже, в принципе, можем улучшать, чтобы у нас был навоз. А навоз нужен для того, чтобы прокачивать, наверное, курицу. Ну, в принципе, логично, там, где навоз, там, наверное, тусуются и курицы. Хотя нихера не логично, по-моему. Так, где мне покупать наших с тобой цыплят? Где-то здесь. Эпик, это у нас что? А это за золотые монеты. Ну, понятно, они у нас ограничены. Комфортабельные куриные яйца. Еще немножко я вкачал, доход стал немножко побольше. Можно как-то скорость увеличить, мне интересно. А, рандомный ГФТ буст. Короче, какая-то улучшалка мне пришла. А, поможет тебе сделать какой-то там прогресс, используя стратегии. Какая-то сила, короче, полностью комбинируется. Что-то хер его знает. Че, куда мне тапнуть? А, я просто сюда тапаю, и курицы бегут. Курицы, короче, бегут яйца откладывать, делать все свои дела вот такие. Так, используй новые файнгерсы какие-то. Файнгерсы, хераймберсы, это типа, как сказать, насесты, что ли, или что-то типа такого. Здесь пока что все, ребят, закрыто, денег у меня все равно не хватит. Но я думаю, прежде чем браться за это, нужно что-то сначала по минимуму улучшать. Вот. Нутриниусуплислил 25% дается чего-то там. Короче, это как-то яйца, насколько я понимаю, улучшает. Также у нас есть петух. Excitable Chickens. Какой-то, короче, супер петух, видимо, который несет супер яйца. Из меня божественный переводчик, ребят, я знаю, но что поделать. Вот я не учил в свое время английский язык так хорошо, поэтому не все могу вам переводить. А, рандомный, короче, гифак дает мне $59. Яйца у нас что? Что с яйцами вообще? Яйца у нас пока что хер пойми. Ну тут заполнилось на 1/4 часть. Также у нас 75 куриц, если что, есть. Так, fastest you can tap. Да как бы я нажимаю, тапаю, вот они типа ходят, что-то там делают, видимо. Чем быстрее я нажимаю, в общем, друзья, чем быстрее я нажимаю, тем быстрее у меня идут деньги. То есть как время, что ли, какое-то такое, я не знаю, что это такое. Еще мне дали деньжат. Ну, деньжат, мне кажется, дает мне какая-то фабрика. Тихо, это что такое? Это же квадрокоптер. Бляха, муха, стой. Квадрокоптер дает, короче, тоже рандомные денежки. Ну, да, это игра жанра Idle, клик, короче, там, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Это, короче, кликер. Это у нас, друзья, кликер. Чисто позалипать, чисто поубивать времени. Трайк. Это у нас какой-то большой мини-фургон, насколько я понимаю, чтобы возить, насколько я, опять же, понимаю, каких-то яиц, наверное. Это ты? Да здорово. Скорее всего, он яйца нам просто перевозит. Так, more chickens, некоторые курицы что-то там производят яйца. Сделай, чтобы, короче, на деньги, короче, делай, и все такое. Есть русский язык? Нет. Почему русского языка нет? Это же так херово. Херово, потому что из меня переводчик, как, не знаю, из тебя балерина, наверное. Хотя, может, ты реально балерина. Ты не балерина? Нет, если балерина, пиши в комментариях. Мало ли, вдруг ты балерина, и выйдет довольно-таки нелепо. Инкубатор better какой-то там, 10 faster нам дает. 10 faster. Короче, что бы я ни делал, вот ты сейчас думаешь, я тыкаю, что бы я ни делал, я получаю больше прибыль, понял? Потому что по всем канонам этих игр, я имею в виду игр кликеров, чем больше ты улучшаешь всякой вот этой вот фигни, тем больше у тебя идет доход. Но это, между прочим, комфортабельность куриных яиц, это 100%. Так, ну что, давайте. Паситесь, делайте там что-нибудь. Быстренько пробежимся, посмотрим вообще, что это за игра. Еще мы получили денежки за выполнение каких-то заданий. Нам еще дали денежки, это у нас что? Новый Волк Таймс, куриная наука. Что-то курицы,
космические какие-то рейсы, космические, короче, курицы, интересуюсь, да, интересуюсь космическими курицами, лучше, блядь, не интересовался, то ко мне агенты ФБР придут, наверное, если мы в Америке. Так, but have news. Это типа вот я вот знаю, что-то такое, это я могу, короче, улучшать вот это вот здание, куда ходят курицы там на какие-то свои великоважные дела. Давайте поулучшаем. Типа я улучшаю, я прокачиваю тем самым хибару куриную. Они там, наверное, будут лучше там, не знаю, яйца нанести. Во, видишь, уже что-то построил. Так, это у нас, это, кстати, да, это вот эти кнопки вывели, которые здесь. А вот это я не знаю, что такое. Quantum Farming Build. Ускоряет на 10 минут чего-то там. Короче, я ее включаю, но для этого нужно, короче, missing configuration сделать. То есть какую-то миссию, что ли, закрыть или что-то типа такого. Это у вас менюшка, если что. Ну, деньги идут, деньги идут. Графика довольно-таки приятная. В телефоне поиграть, чисто позалипать. Самое оно. Единственное, оно говорит, что русского языка нет. Был бы он. Ну, хотя... Я не знаю, нужен ли здесь особо такой большой перевод. Главное, чтобы понять вообще примерно, что здесь нужно делать. Так, по машинам... Ой, что это? Я могу, блядь, целый троллейбус, короче... Я могу целый, короче, представляешь, троллейбус нанять, чтобы куриные яйца возить. Бля, да я куриный магнат, походу. Если я куриный магнат, то все, мы как бы в золоте, в шоколаде и в яйце. Еще какой-то буст мы с тобой получили. Так, ну давайте, 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 бегите, кстати, квадрики, тихо, квадрокоптер, ну-ка дай-ка мне денежку. 6 монет он мне дал золотых, но золотые монеты либо, скорее всего, покупать, либо покупать за реальные деньги, либо выполнять квесты, да? Ну, как по стандарту, типа. Почему у меня здесь телескоп стоит? Я за кем наблюдаю, это я не понял. Что здесь еще есть? Тир 2, типа вторая часть, вторая глава, да, какая-то? Чтобы получить, нужно, короче, как-то там науку, что ли, вкачивать, как я понимаю. Это копилочка, я думал, просто я свиней еще могу выращивать. Нет, я могу только куриные яйца пока что нести. В общем, то есть не я несу куриные яйца. Курицы несут мне куриные яйца, я чисто балдею, на диванчике сижу. С тобой разговариваю. Так, здесь могу что-то вкачать уже, нет? 12 тысяч. Центр, бункер, всякая муха, хаб, хаб тысяча. Что за хаб тысяча? Да, здесь, в принципе, очень много раздолья для всего. Планетный портал какой-то, куриная империя, 600 миллионов стоит. Да я столько в жизни не накоплю, вы что, издеваетесь, что ли? Могу еще одно здание, в принципе, построить, чего нет. Еще одно здание могу построить, чем больше зданий, тем больше прибыль. Что логично в играх подобного жанра. Тут надо вообще, в принципе, вкачивать все, что видишь. Видишь, надо вкачать. Видишь, что вот на это хватает, тоже вкачиваешь. Больше всяких... Это у нас, типа, знаешь, такие ангары, где вот курицы яйца несут. Их нужно улучшать 100%. Супершек. Супершек, это, наверное, суперздание какое-то большое. Ну вот они, типа, да. Вот это тоже можно до супершека. Нельзя, потому что денег у нас не хватает. Ну давайте до обычного шека сделаем. Ну, получается, в принципе, как-то вот так вот, друзья. Силосная яма, 100 тысяч долларов нам надо. Ляха-муха. Я не думал, что столько она стоит. Думал, стоит меньше. Ну, силосная яма, ты понял. Гумус там, говно, какашки всякие разные. Ладно, ладно, что еще, на что-то хватает. Да, у нас еще и появляются вот эти монеты. Ну, мы можем, знаешь, мы можем, в принципе, что-то прокачать из эпического, потому что, в принципе, 16 золотых монет. Нажми на хач. Две курицы одним нажатием что-то там активируется. Так, рейд by 10%. Эпический хатчери. Хатчери, не знаю, как переводится. Первый раз такое слово, честно говоря, вижу. Понажимаем, давайте. Они сейчас должны, по идее, быстрее как-то выходить. Видишь, они по две курицы сейчас из курятника выходят. Давайте, давайте, несите мне свои яйца. Золотое снесите, чтоб я бросал нахер эту ферму. Становился богатым и сваливал нахер из этой страны. Не знаю, в какой стране, просто так сказал. Так, магазин. Так, золотые монеты я могу купить. Могу активировать вот эту примочку. Дает мне две пищи на один час. Тоже надо миссию завершать. Это тоже надо миссию завершать. Где миссии-то? Я не вижу, друзья, миссии. Скорее всего, миссии где-то, наверное, вот эта вот иконка, типа, да? Так эти миссии я еще не выполнил. Ну, типа, мне надо 388 тысяч собрать, 24 монеты накопить золотых, 98 косарей. Так, 98 тысяч косарей еще нужно заработать за что-то там, в общем-то говоря. Так, здесь я могу только 4 здания, если что, построить. Вот это почему не щелкается? То есть эту щелку никак не открывается. Это у нас транспортный отдел. По транспортному отделу все довольно-таки глухо. Ну, и остается только куриц, как бы, на пастбище нести.
давайте, давайте, быстрее, играю я на эмуляторе, жму прямо так клавишей мыши, чтобы они быстрее там делали свои куриные дела, куриные истории, в общем. Мало, мало очень денег. Машины ездят, курицы ходят, что еще надо от жизни? Денег бы побольше еще. Так, мне вот пришли опять же денежки, 159 тысяч, хераж себе, я уж богатый. Можно закрывать свою фирму. Ну, как бы до этого еще довольно-таки долго копить, но здесь я могу на что-то улучшить на эти деньги. Вот что-то мне сейчас не надо. Мне сейчас, по идее, нужно улучшать свои вот эти вот курятники. Ну, 100% я прямо жопой чую. А Хен Хаус, Ремодел, чё? Инфернал, Хач, Хирис. Короче, что-то связанное... Блять, что-то связанное с курицами. Короче, я тебе только что Америку открыл. Ну, типа, давай вкачаю. Это, наверное, даст мне намного больше денег, да, чем вот эти вот. Инкубаторы. Давайте супер петуха вкачаем немножко. А чтобы у нас свежие яйца были, еще вкачаем. Сейчас у нас попрет доход. Вот увидишь, сейчас так попрет, что ой-ой-ой-ой. Будем продавать потом по всей России, по всему миру, в Китай, в Пакистан, короче, в Афганистан, где только можно, будем возить свои эти яйца, в общем, подкатывать ко всем. Ну, в плане того, что предлагать им, вот, подкатывать и продавать свои яйца, которые несут нам наши курицы. Че только что сказал, хер его знает. 73 косаря. 73 косаря мне дали, это значит, что я здесь могу на супершаг сделать. Шортс, а, вот на этот вот, бля, не хватает. Супершаг, вот, супершаг, на супершаг хватает. А больше-то, в принципе, ни на что не хватает. Ну, супершаг, давай тогда тебя. Так, как-то они у меня хаотично расположены. Можно как-то было покомпактнее это сделать. Ладно, все, что хватает, вкачаем, ребят. А, тайшоп не надо. Вот такие вот дела. Игрушка, конечно, залипательная, как и любой идол-кликер. Но здесь особо много-то, конечно, пока что на первое время ничего не происходит. Тут надо реально, нужно реально прям задрачивать, прям протыкивать эти все кнопки. Ну, вот что-то какой-то суперпетух. Сделай еще куриц, еще получишь больше денег. А, так, один квест у нас здесь выполнен, да? За него мы получили даже золотые монеты, если что. Так, 84 косаря. Ну, в принципе, денег у нас довольно-таки неплохо, это как минимум уже. А, Шортхаус, это что? Ох ты, господи, целая бляха-муха, я бы сам в таком же доме жил. Я бы в реальной жизни сам вот в таком доме хотел большом жить. Куда он пропал? Куда это все девается вечно, я не понимаю. Короче, ребят, вот такая вот игрушка. Довольно-таки веселая, довольно-таки озорная, с прикольной графикой, с прикольной анимацией. Жалко, что на английском языке, конечно. Но кто примерно базовые какие-то слова английского языка знает, вот, в принципе, не составит проблемы в нее поиграть. Ну, пишите ваше мнение в комментариях, не забывайте подписываться на канал, увидимся в следующих сериях, друзья, всем пока!